Let's go. Yeah. Huh? So what you got? Come on, come on. Рожденный сак не может. Салют, ханты! Добро пожаловать на новое видео. И сегодня я хочу с вами поговорить об одной теме — сервера ханта. На прошлой неделе был какой-то, сущий ад. Вы это можете видеть сейчас на экране в правом верхнем углу с пингом. И в таком состоянии мы играли 3 или 4 дня, то есть фактически не играли. И еще за 2 недели до этого было, и еще все вы с этим были, все вы с этим сталкиваетесь. Катка получилась забавной, дурацкой, даже при всех трешаках с пингом мы смогли немножко повеселиться. Хочу вам это показать. И я понимаю, что одна каточка, как бы это немножко маловато, но я решил немножко разнообразить данное видео тем, что вы будете видеть все с двух камер, периодически переключающихся. То есть я играл с неким уважаемым, и, соответственно, катка будет идти от наших двух лиц. От моего и от лица Никита. Приношу сразу извинения, там, где запись идет от лица Никита, она чуть похуже качеством, потому что, все-таки файл сжимается при передаче. Это первый, тем более, пробный наш заезд. Давайте посмотрим, как это будет работать. С тебя, естественно, сраный, говнистый лайк. Комментарий очень поможет для продвижения видео и канала моего в целом. И, естественно, подпишись, собственно, как без этого-то. И расскажи друзьям, маме, папе, дедушке, бабушке, брату, парню, не дай бог, девушке. Ты же знаешь, я для тебя только лучшего желаю. Приятного просмотра. Мы заспаунились, спокойненько побежали. Я взял этот апперкот на длинной ножке, наш любимый. Нет. Мне он не очень понравился, но об этом как-нибудь в другой раз. Короче, мы очень быстро находим босса, начинаем его потихоньку разбирать, и, естественно, в этот момент со всех сторон начинают валиться люди. Пинг ни у меня, ни у Никита не вызывает уважения и доверия к этой катке, и мы потихоньку в ожидании людей. Никит, где тебе? На мне здесь. Лезет, по-моему, там. Чего? Ты бы нахуй видел этот килл. Никит, беги, я этого типа припечатаю. Там еще один есть. А я понял. Здесь ловушка, если что, за спиной. Я понял. А вот я услышу уже. Иди нахуй, блядь, я твоей мамаше на лицо сяду, тварь, блядь. Лучше в кино клади ее. Она сама тебя садит. Пиздец. Меня липучка его досталась. А это не... Ты убил кого-то? Нет. А кто умер? Еще люди. А у тебя не крынет, Никит? Подними меня, попробуй. Если ты прыгнешь на меня, ебаная тварь, нахуй. Я себя взорву. Надеюсь, он тут час сказал. Вой чат. Убил кого-то. Бот белый. А, все, мы с тобой. Ты тоже кто-то положил, да? Никит. О, блядь. А вон палач, да? Это да, палач? Да. Все, а я положил здесь еще пизду. Блять, это был пиздец сейчас. О, нихуя себе. Сетап мужчины, как у меня. Никит, босс красный. Да, давай обратно внутрь. Он открыт у нас внутрь? Вот здесь можно залезть. Блять, горю. Сейчас взорвусь. Погоди, Никит, залез. У нас босса нечем взрывать? Сейчас, погоди. Так, там две ловушки стоит. Теперь под окном. Какой ебаный пистолет. Нахуй, я, короче, Ромеро, блядь, с него ебашу.
Никит, это что, на улице был? Нет. Через эту дверь? Нет. Поднимается в окно. Дал кому-то. Я не знаю, как я умер. Выстрела не было, я просто умер. А, с трешки. Но выстрела не было. В окно ебану туда. Иди. Сюда, пацанам. Поднимай. Он же кореш пойдет поднимать. Внизу тип. На первом? Убил. А где он был? Ебать. Потом. А чё сегодня? А чё с игрой? Вот это белый? Да, я понял. Эта катка стопудово попадет в аналы истории, я клянусь. Я ее выложу нахуй в том виде, в котором есть. Сервера ханта, ахаха, прекрати, блядь. Чтоб ты понял, треха меня убила, но выстрела не было. Где этот хуй, я его подожгу? Я понял, я тебе скину даже своими глазами, то есть катку. Ты можешь смонтировать из этого хуйный видок, где чувака просто нету, и потом он появляется внизу. О, хорош. Давай, записывай. О. Вот белый. А мне кажется, мы чуть ли не весь сервер так положили, блядь. И по сути на этом все. Больше людей не было, мы спокойно ушли. Все круто, весело. Но вы как бы все видели сами. Например, выстрел с трехи, вообще легендарная история, которую я не слышал. Такое было, чтобы меня так убивали, наверное, ну, раз 8-10 за те дни. Короче, я действительно понимаю, что видос не очень большой, но, тем не менее, для меня это и эксперимент, и немножко болью поделиться, с которой мы столкнулись последние дни, играя в Hunt. Надеюсь, у вас такого не было. В любом случае, отпишись в комменты. Также напиши, как тебе формат двух камер. Интересно или нет, по мне было прикольно, немножко пока неудобно монтировать, например, у нас похерился звук с дорожек Некита, в дальнейшем, думаю, если вам понравилось, то будем править. Спасибо большое еще раз, подписывайся на канал, ставь палец вверх, скоро увидимся, пока-пока.